Здорово, с вами Серега. Наверное, вы все помните ролики, где я заказывал кучу Макдональдсов, покупал 30 бигбонов, энергетиков, заказывал KFC. И тут вновь подкатила такая акция, я не могу удержаться. Я не знаю, никогда не пробовал такую жвачку. Я попробовал заказать, потому что нужно было купить сколько-то упаковок. То есть одна упаковка жвачки, допустим, один пин-код можно активировать. Я заказал себе доставку, но у них больше нет. Тут, я не знаю, это пачка, тут их 10 штук. Но я не я, что это такое? Надо конкретно пойти закупиться по максимуму. Вообще никогда жвачку не жую, то есть это не реклама, ничего, просто мне очень нравятся такие акции от Warface, где за покупку каких-то таких вот вещей дают пин-коды. Так что это меня забайтило сейчас пойти в магазин, найти именно огроменный блок такой жвачки, купить и уже пин-кодами все это дело активировать. Ну, потому что это 10 штук, я не знаю. Я не знаю, что с ними если делать, но как будто я хоть когда-то думал, что мне с чем делать, когда я заказывал себе миллионы Макдональдсов, KFC-шек и получал за это пин-коды Warface. Просто, ребята, попрошу от вас поддержать это лайком, потому что это все всегда интересно. Желаю вам приятного просмотра, а я пошел, погнали! Друзья, для новичков Warface вы можете создать аккаунт сразу с топовыми пушками и лучшим снаряжением. Комплект снаряжения и оружия Синдикат на все классы. Для этого переходи по первой ссылке в описании, выбирай подарки новичка, регистрируйся и заходи в игру. Все подарки ты сможешь перевести себе из корзины предметов на сайте. Чтобы быстрее прокачаться, привяжи телефон к аккаунту и получай випку. Также можно пройти опросы, за них также дают випку. В описании оставлю для тебя много крутых ссылок с бонусами и новыми событиями, где можно получать халявный донат. Желаю удачи! Неплохо смотрится. Ну как? Я не знаю, сколько их тут. На это было потрачено около 10 тысяч рублей. Я сейчас их, конечно, посчитаю, сколько тут этих жвачек. Будет более сложно всякие эти коды, пин-коды вводить. Потому что я помню, что это вот данная проблема, когда, да, ты закупаешься. И потом вот каждый пин-код нужно тебе распаковывать, открывать. Ну вы просто посмотрите на вот эту кучу жвачек. Сейчас я их посчитаю, скажу, сколько их тут. 28. 128 штук. Охренеть, что-то я переборщил немного. Так, ну и как это работает? Получается, вот он какой-то код. Спасибо, что он не супер длинный. Сейчас вот сюда его, получается, надо вводить, и мне дадут пин-код на игромаркет. Ага, вот появился какой-то код. Ну, сейчас попробуем этот кейс получить с игромаркета. Ну-ка. Ага, да, вот. Все, понятно. Один кейс тестов откроем. Может, сейчас сразу какая-нибудь пуха навсегда. А, кстати, ну, даже на время нихеровая пуха падает. На один бинелька. Ну, в принципе, теперь мне нужно заниматься вот этой всей рутиной. Сейчас как раз и начнем. Охренеть, да? Этого запаса хватит надолго. Сидел я, активировал. Сейчас будем открывать. Страшно немного. Как говорится, не зря ли я это все делаю. Ну, сейчас с вами посмотрим и узнаем. Погнали. Так, тут 31 и тут 84. Давайте сначала начнем, открою с основного аккаунта. Просто к другому аккаунту, точнее к этому у меня лудок не привязан. Я их продать никак не смогу, только себе оставить. Я только потом додумался открывать их на твинке, где у меня привязан лудок. И я смогу их, если что, продать. Но если что-то выпадет навсегда, я думаю, это спокойно разыграю. А вот эти однодневные пушки, ну не знаю, может потом в другом видео дам. Может быть на стриме, типа нахрен они нужны все равно. Я, конечно, очень сильно надеюсь, что мне выпадет что-то конкретно навсегда. Надеюсь, что не зря все это делать. Ну, не как бы просто как удовольствие, что ли, приносит в таких акциях участвовать. Я уже, наверное, во всех практически участвовал в акциях, где нужно было что-то покупать, и везде я... Ну, самая дорогая, по-моему, с бигбонами был, потому что я их там больше 300 штук покупал, и потом еще докупал. Короче, охренеть. Ну, жвачка? Это что-то новенькое. У меня она провоняла просто всю мою квартиру. Я прям сижу и чувствую. Эти все запахи, они смешались. Какая-то мятная, какая-то не мятная. Кстати, на однодневные пушки нормально, да, падают? Типа, вообще неплохие. Типа, бинелька, абакан, ни хрена себе. Типа, нормальные пушки, конечно. Но награды все равно тут золотых пушек нету. Но это и хорошо, может быть, что если золотые пушки были, то админы вообще какой-то минимальный бы шанс сделали на все это дело. Но я сейчас очень много открываю. Я не думаю, что сейчас прям много людей успели все это дело себе покупить и открывать по куче кейсов. Потому что, надеюсь, хотя бы какая-то пушка мне выпадет. То есть я и так уже буду доволен, прям хорошенько доволен. Если я с бизнес какой-то точки это все делал, короче, открываешь те кейсы, потом жвачки перепродаешь кому-нибудь в два раза дешевле. И еще пуха, которая тебе выпадает, ее еще продаешь, пушки однодневные продаешь, и все! Бизнесмен, стонгс, поднялись. Но я уже открыл много кейсов.
Но у меня еще больше кейсов есть. Пока что ничего не выпало. Но, может быть, все же выпадешь, нет? Сейчас ночь. Я не знаю, как тут шанс зависит от этого или нет. Потому что сейчас сомневаюсь, что много кто что открывает. Но, может быть, найти кейс какие-то другие шансы. То есть, потому что его сейчас никто еще так много не открывал. И у меня как раз-таки есть шанс что-то забрать. Но я открывал, допустим, 300 пин-кодов с Бигбона. А там все жопа было. Там нужно аккаунты было постоянно новые создавать. Ой, я просто, наверное, 4 часа только эти все пин-коды перебивал, чтобы в кейсы их перевести, и ни хрена мне там не выпало. Но там акция была, наверное, более популярная. Но это обидно, кстати, было, я вспоминаю. Хоть это, конечно, и приятно, все равно удовольствие, какой-то контент, но что-то все равно обидно. Это что за говно? Что, где мой дроп? Там вообще многих наград можно получить, я не знаю. Может, я еще что-нибудь получу, может, какой-нибудь PlayStation, что-нибудь там разыгрывают. Не знаю, я надеюсь, я не только получил ачивки, вот эти кейсы, и... И жвачки на 10 лет вперед. Я надеюсь, мне может еще что-нибудь там повезет, конечно, Sony PlayStation даст. Так, сколько у меня тут кейсов? 3 кейса осталось, и еще 80 на том аккаунте. Ну блин. Ладно, 30 кейсов, конечно, немного, но все равно. Может быть, выпадешь, нет? За старание, так скажем. Кто тут еще с одного аккаунта 100 кейсов открывает? Кто еще такие акции вот так сильно, как я поддерживаю? Так, на этом аккаунте окей. Голяк. Но тут еще 84 кейса. Кстати, там еще парочка этих было недействительно. Ну, кстати, штук 5 или 7 у меня пачка обычных. То есть старого образца, тут именно новая пачка этой жвачки нужна была. Поэтому я боялся так заказывать ее откуда. Потому что привезли половину, допустим, новых и половину старых. И что мне с ней делать? Так я хочу, хотя могу удовольствие получить кейсы пооткрывать. А так чего? Да давай уже выпадай, что за говно? Да выпади, просто хотя бы одна пушка выпади. Вообще классно было бы сейчас, все пушки выпали, вообще, вообще шикарно было бы. Сколько ноутбуки, интересно, вот эти пушки однодневные стоят. Просто я помню, какая-то акция была, то ли с адреналином, то ли с бигбоном как раз-таки. И мне там не повезло, то есть я ни хрена не выбил, но я все равно примерно эту же сумму отбил. Вот серьезно, я не знаю, как так получилось, но некоторые пушки на ноутбуке, которые мне повыпадали с кейсов, они были только конкретно в этом кейсе. В других кейсах еще тогда не успевали добавить, только может через 3 месяца добавили в другие кейсы. Я успел их продать примерно на такую же сумму, а может быть и на такую же сумму. То есть как и мои бигбоны. Интересно, они там еще живы? Стоят в Арсен, эти бигбоны? Или нет? Ну что, 70 кейсов, давай! Выпадай! Что-нибудь, выхлоп, да давай, выхлоп или Абакан. Абакан, я не знаю, был ли в каких-то... Вот Бинелька, если выпает, по-моему, Бинельки ни в какой кейс ничего не добавляли, Абакан. Я не знаю, сколько на Улдоге даже такая модель оружия может стоить, честно. Но я все равно ее разыграю, типа, конечно, как бы соблазн не был бы. Что вот, можно даже, даже окупиться можно. Ах ты, сука. Но я все равно пуху разыграю. Конечно, хорошая мысль была бы просто разыграть саму пуху, да, ее продать быстренько за кучу бабла, и потом ее, когда в магазин ведут за 2500 кредов, и все, и такой купил ее челу, и нормально. Ну ладно, я не такой алчный, я все делал ради эксперимента, поэтому если мне сейчас даже ничего не выпадет, я, конечно, не расстроюсь, сука, тварь. Давай уже выпадай что-нибудь, ну 60 кейсов, я понимаю, что это еще, конечно, много, но, блин, просто если кто-то будет покупать там, не знаю, одну жвачку себе, один кейс открывать, это вообще жесть, наверное. Если я столько кейсов открываю, мне ни хрена не выпадает. Слышь, Варфейс! Алло, Абакан, один день. Мне правда интересно, сколько это все дело стоит. Может быть, опять в ноль хотя бы выйду. Пацаны, кто ко мне хочет приехать потусить? У меня тут жвачка есть. Еще акцию с Бигбоном еще какую-нибудь вести бы вообще отлично. Набор замечательный будет. Ну давай, выпади уже что-нибудь, Абаканчик какой-нибудь. Ну, навсегда, давай уже что-нибудь. Один день. Что так не везет, я не понимаю. Я специально еще на тот аккаунт... Да, детка! Вот! Это все не зря! Витязь, сюда! Вот, сука, я не помню, что Витязь, это типа реально новая версия оружия. Я не знаю, надо будет сейчас, после того, как все открою, посмотреть. Не знаю, может, если на логе даже его нету, это вообще будет трэш. Если его нету, и его можно будет просто тебя попытаться толкнуть, я хрен его знает. Но в любом случае, я, наверное, его разыграю. Все же. Просто не знаю, это можно как бы бизнес-план. Не знаю, просто на логи покупают, они могут за какую-то бешеную цену купить какую-то пуху, а в игре эта пуха будет стоить дешевле. Не знаю, нахер это им надо, но, Витязь, сюда. Вот это другое дело, как говорится. Еще бы пуху, Варфа. Я наглею, я знаю. Я очень обнаглел, но почему нет? Могу себе позволить. Эти жевательный магнат. Буду сидеть стримить и жевать жвачку. Я такую жвачку, кстати, вообще никогда не покупал. В детстве, по-моему, один раз я ее купил, но она была очень дорогая. Сейчас думаю, что она реально дорогая, сука, сколько я купил жвачки на... Это что-то какая-то реально очень дорогая получилась жвачка.
Я помню, в детстве я какую-то дешевую жвачку покупал, но на такую у меня даже тогда, как бы, я нифига себе, что миллиардер, что ли, такие жвачки покупать дорогие. Не знаю, может быть, она какая-то вкусная, интересная, сделана из какой-то охрененной резины. Не знаю даже, как сказать. Еще, видите, один день. Ну, 40 кейсов еще есть, в принципе, можно. Можешь скипнуть десяточку кейсов. Чисто как по-мажорски, ребята. Чисто вот мажор сидит, скипает. Награды. Настолько охреневшие. Давай, ну что ты, не ломайся, давай. Чтоб я еще в акциях участвовал. Кто еще в этих акциях, кроме меня, участвует? Тут покупают тут по две жвачки, по два бигбона. Я тут просто залетел в магазин. Видели бы их рожи просто, кто стоял в очереди за мной. Думаю, чего это? Что, дебил, что ли, не знаю. На эти бабки мог что купить? Колбаску мог купить, не знаю, пивка себе мог купить. Купил себе жвачку, вот идиот думает. А нихрена! Я сейчас еще окуплюсь, сука, с этого. Там, если сейчас видите, на лоудоге нету, все, забейте просто. Тушите свет, как говорится, можно все. Пойти. Блин, сейчас до 20 кейсов доскипаю и потом просто открываю. Что-то скипом тоже не везет. Особо-то сильно. Не везет, Абакан. Ну давай. Я просто не знаю, когда эту акцию запустили. Я только сегодня ее увидел на официальном сайте. Может быть, она раньше была? Просто я только увидел сразу, то есть практически во всех магазинах хотя бы вот одна пачка такой жвачки была. Просто в одном магазине у меня была только вот, ну, как одна пачка, 10 штук лишь, один блок получается. Вот, а вот пошел уже более крупный супермаркет, там чисто со всех касс сгреб все жвачки и пошел открывать пин-коды в Warface. Вот просто зачем? Вот человек пойдет, захочет жвачку купить, а там одно говно будет из жвачек, правильно? Все жвачки нормальные забрали. Да ладно, там еще много их осталось. Ничего страшного. Давай, десяточка кейсов. Еще давай, Витя, с ней один. Хрен ли нет. Если еще одна пуха выпадет, которая на лоудоге нет, то все, забейте. Это мой бизнес-план будет. Я пошел скупать всю жвачку, чтобы потом на лоудоге продавать это все. И потом еще можно чуть подешевле, в два раза дешевле эту жвачку не толкнуть. Хочешь жвачку купить? Попозже отправлю. В два раза дешевле. Честно, не жевал. Выхлоп. Ну, 6 кейсов. Ну ладно, хотя бы один донат выпал, уже хоть что-то. Потому что раньше мне с таких акций вообще ни хрена не падало. Просто так чисто на энтузиазме покупал их. Чисто не лох. Просто почему бы нет. Затарился едой и в Warface удачу попытал. Классно. Не знаю, надо посмотреть будет еще потом. Есть там еще какие-то гарантированные... Ну, не гарантированные награды. Может, там еще какой-то шанс есть что-то выиграть. А то я ни хрена себе шансик накрутил, сколько кейсов купив. Витязь. Все, последний кейс. Последний кейс, деточка. Не повезло. Ни хрена есть этот Витязь. Ну, 2000 рублей стоит, кстати говоря. Ни хреново. Странно, а на один день Витязь продают всего лишь... Странно, какие-то цены, типа их очень мало, их за 29 рублей продают. Но это, кстати, нихера себе, окупает половину стоимости жвачки. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо всем за просмотр. Не забыли подписаться, поставить лайк. Этот Витязь, кстати, я разыграю в этом видео. Если хотите получить себе эту пушку, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите любой комментарий. Ну вот. Все итоги я буду в группе ВКонтакте. Если хотите, чтобы таких акций было больше, чтобы я таких видосов снимал больше, тоже ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я желаю вам хорошего настроения, приятного дня, хорошего всего хорошего, всего и пока.